Всем привет, мои дорогие! Вы находитесь на канале Тамарина Кухня. Сегодня хочу приготовить жареные пирожки из творожного теста с яйцом и зеленым луком. Для этого нам понадобится у меня здесь творог 300 грамм, жирность можно брать любую, 500 грамм муки высшего сорта, 6 куриных яиц, зеленый лук, соль по вкусу, 100 грамм кефира у меня 1%, 1 столовая ложка майонеза, и растительное масло для жарки. К творогу отправляем кефир, 2 яйца и щепотку соли. И все тщательно перемешиваем. Постепенно добавляем муку. И начинаем замешивать тесто. Тесто закрываем пищевой пленочкой и даем ему 15-20 минут отдохнуть. И тем временем займемся начинкой. Для начинки яйца я сварила вкрутую и нарезаем их мелким кубиком. Мелко нарезаем зеленый лук. Добавляем соль, майонез и все перемешиваем. И наша начинка для пирожков готова. Присыпаем стол немножко мукой. Формируем из теста жгутик. Делим его на равные части. И раскатываем основу для наших пирожков. Раскладываем начинку и формируем пирожки. Соединяем края. И хорошо защипляем. Немножко прижимаем, и наши пирожки готовы. Отправляем обжариваться наши пирожки. Заранее разогретую сковородочку с маслом с двух сторон до золотистого цвета. Кладем их швом вниз. И переворачиваем наши пирожки на вторую сторону и обжариваем. Посмотрите, какие уже румяные, красивые они у нас получаются. Готовые пирожки выкладываем на бумажное полотенце, чтобы с них ушло лишнее масло. Вот такие нарядные, золотистые пирожки у меня получились. Начинка здесь может быть абсолютно любая, как сладкая, так и мясная. Тесто здесь получается просто великолепное, а творожно-сырное послевкусие творит чудеса. Дорогие мои, готовьте вкусно, готовьте с удовольствием, радуйте себя и своих близких. И не забывайте подписываться на мой канал Тамарина Кухня. Всех люблю и целую. Всем пока-пока!